Всем доброе утро! Начинаю свой очередной влог. Посмотрите на мою красотку. Шапочка наша не высохла. Я вчера вечером ее постирала, и она не высохла. Поэтому платочек одели на голову. Вчера ежанку искусали. Лобик искусали, комарики, да. Лобик искусали. Айжана держит семена. Но мы сейчас идем с Айжанкой не прямо сейчас сажать, а пойдем выбрасывать мусор. На улицу пойдем. Быстренько выбросим мусор, а потом уже пойдем к грядкам. Всем доброе утро, мои хорошие. Погода сегодня замечательная. Сегодня есть легенький такой ветерочек, но очень-очень тепло. Обещают опять жаркую погоду. Я очень рада, я очень люблю, когда жарко. А холод я просто не переношу. Мне пускай будет вот такая погода, без дождей, без ветра. Прям идеально. Ну все, мы тут на огороде, сейчас будем делать мультигрядку, я так называю, потому что будет грядочка ассорти. Здесь у нас будет петрушка салатная, укроп обильнолистный, щавель, вот такой вот бельвильский хит, такой вот укроп кустистый, салат Лола Бионда и петрушка итальянский гигант. Будем сажать. Сделаю небольшую тоненькую такую грядочку, где будет у нас только травка-муравка. Ну все, вот эту грядку мы посадили. Айжанка вот так вот сидела у меня. Играла, да, с пачками. А я пока быстренько посадила. Оставила вот здесь два рядочка. Ну, можно сделать даже три рядочка. Вот здесь вот
Ну, для редиски. Может, еще какие-нибудь салатные листья необычные сегодня скуплю. Морковка здесь у меня посажена. Свеколку надо докупить тоже. Так, сейчас вот это место я оставила для капусты. Не знаю, много этого места будет, немного. Может, даже многовато. Можно здесь еще одну грядочку сделать лука. А вот здесь с краю будет капуста. Так, и там еще у нас целое поле осталось. Лука у меня 3 кило, так что будем сажать. Поэтому я еще не спешу сажать лук. Ну, может, сегодня посажу, не знаю. А вот здесь я, здесь. Да, в платочке. Сиди, мам, в платочке. И Жанка в платочке. Мы тут сидим на диване, отдыхаем. У меня стирка стирает. Там совсем чуть-чуть белья. Ну, не хочу, чтобы накапливалось. После бани вчера чуть-чуть осталось. Поэтому решила достирать все-таки. Там у нас... Что у нас там? Ням-ням-ням-ням-ням. Мужа носки. Сейчас покажу. Рабочие носки, когда муж работает в огороде, какими они становятся. Вот такие вот, да. Вот такая вот деревенская жизнь. Ну все, перестирали. Немножко тут вещичек. Ну ладно, пускай сохнут, будет чистенько. И быстро так сохнут. Так, готовлю быстрый обед. Нарезала здесь лук и добавила сюда банку тушенки. Вот. Сейчас все это обжарю. Так, немножко обжарили тушенку с луком. И добавила я макарошки, томата и соли по вкусу. Заливаю водой и тушу под крышкой до испарения влаги. Все пропитается. Все как делаю, как с фаршем. Будет вкусно. Еле-еле с Айжанкой проснулись. Вообще проспали. 2 часа спали. От 2 до 4. Ой, просто это прям, знаете, был просто замечательный сон. Я в этот период успела 1000 снов увидеть. Вообще красота. Камера у меня чистая, нет? Вроде какой-то пятнышкой. Ладно, сейчас вытру. Да, Сайжан? Угу. О, цветочек мой. Красотка моя. Красотка, да? Вся в розовом, хорошенькая. Вот такую футболочку Айжанке купили сегодня за 110 рублей. И еще одна есть. Это вот те лосинки, которые покупали. Айжана, носки все черные уже. Ну-ка покажи футболочку нам. Айжана, стой, показывай. Показывай. Где футболка? Вот, да, молодец. С цыпой, да? А где цыпа? Нет, продукты потом. Ну и пройдемся по покупкам, которые я сегодня совершила. Взяла вот такую еще одну футболку, одна на Айжанке. На улице сегодня очень жарко, а я одела с рукавами. Ну как-то, не знаю. И в итоге решили мы заехать и купить ей футболочки. Вот, вот такая вот по 110 рублей цена. Вот. Как раз под размер, очень хорошо села, мы примерили. Здесь вот такой вот рисуночек. Такая пчелка. А на той получается цыпленок. Вот на этой цыпленок, да? Красотка сидит с чеками. Жарко, скажи, жарко. Ну и дальше покупочки. Как я уже вам говорила, где-то недельки 3 назад у нас разбился чайник. Точнее, треснул. И поэтому я сегодня купила заварочный чайник. Вот такой вот. По 260 рублей. Надеюсь, что будет хорошим. Будет нам служить верой и правдой. С такими цветами. Сейчас покажу. Нет, пока, сейчас, подожди. Вот такой чайник 550. Крышка, кермаш. Маки красные. Придется я Жанку на руки взять. И крышечка. Вот. Знаете, похож на советский чайник. Надеюсь, что будет хорошим. Цена 260 рублей. Далее купила мужу одни рабочие перчатки по 40 и вот такие вот по 15 обычные. Семена, так как мне надо досадить грядку, увидела огурец по 10 рублей, малыш, решила добавить к нашим.
И взяла еще редиску с жара. Кто-то, может, такую сажал. И, конечно же, свеколку. Вот такой тоже по 10 рублей. Далее купила белизну, но, к сожалению, не знаю, сколько она стоит. Так, ну где-то рублей 40-45, наверное. Такая белизна с запахом. Далее мы заехали в Полушку и заехали также в Находку. Покажу то, что мы купили. И по ценам тоже, что я помню, все скажу. Взяли вот такие мираторговские купаты. Мне нравятся купаты. И вот такие вот тирольские мы вот брали. Очень были вкусные. Но мы брали года 2 назад, если честно. Сейчас уже не помню. До 15 мая. В принципе, срок хороший. Так. Колбаски тирольские. А в смысле до 15-го. Скоро срок выходит. Ну, нормально. Как раз можно заморозить, ничего не будет. Нельзя, это же сырые, Жанна. Тирольские и купаты экстра. Люблю я купатики. Кто их не любит, да? Сыробогатов по 69. Я хочу сделать роллы. И для этого взяла сыр, крабовые палочки. У меня еще 3 листа нори есть, поэтому сделаю. А дальше я хочу сделать пиццу, поэтому взяла колбаску, сыр и колбаску. Вот. Колбаска выйдет у нас 145 рублей. Сыр по 100 рублей. Купаты по 99 рублей. Цена со скидкой каждый. А далее помидоры. Помидоры у нас, к сожалению, и огурцы не дешевеют никак. Раньше, помню, в это время мы покупали за 80 рублей. Пока у нас держится 120-130. Вот так вот. А далее яблоки по 99 за килограмм. Бананы по 79 за килограмм. Груши по 169 за килограмм. И огурцы по 129,90 за килограмм. Ну вот такие вот у нас продуктовые закупки. Такая вот продуктовая закупка, в принципе. Все, что было необходимо, взяла, кроме курицы. Потому что ту, которую я всегда покупаю, ее, к сожалению, не было. Ну что, девчонки, у нас вечер, я пришла в огород. Конечно, помидоры вообще плохо себя чувствуют. Надеюсь, оклемаются. Чуть смотрю, вообще плохенькие. Вынесла сейчас лук. У меня муж сейчас с айжанкой сидит, а я буду заниматься огородом. Буду все поливать, все сажать. Вот остатки вот эти вот посажу. Ну, то есть новые семена, которые купила сегодня. Свеклу досажаю, вот этот лук. Здесь у меня разные, и красные, и обычные, и помельче, и покрупнее. Все хорошо сохранилось. Вот в этой коробке, в погребе. Все замечательно. Так, сейчас покажу мою принцессу. Вон. Вон. Мама и мама. Меня видят, вот знают, что я тут. Приходит и мама, мама. Мама грядки будет делать, Айжана. Мама грядки будет делать, да. Сейчас обувь переодену и пойду грядками заниматься. Да, мама грядки будет делать, а ты с папой сиди. Иди к папе. Иди к папе. Ну? Ну что, девчонки, сделала я тут грядочку. Она у меня получилась немножко кривоватой. Так как у нас вот здесь вот тропинка проходит. Вот тут вот. Ну я и не стала ничего менять. Ладно, такая она длиннющая, смотрите, оттуда и вот до сюда. Вот столько лука. Лук хорошо хранился, очень хорошо. Весь такой целенький, полненький. Ну и сейчас я буду все это дело сажать. Ну что, вот столько лука у меня осталось, еще на две грядки точно есть. Так, посадила я здесь вот одну целую большую грядку такую до конца. Здесь такую тропинку сделала. Шире будет она, это место для капусты оставили. Так, и здесь посадила две грядки. Это одна, вторая. Так, еще будет две грядки. Их, наверное, пущу вот туда. Две грядки лука. И здесь уже все огурцы будут.
Вот. В принципе, все. Сейчас буду все поливать. Все полью, воду накачаю и пойду домой. Это еще займет, наверное, минут 40. Так, огурчики. Оказывается, здесь я еще семена огурцов вынесла. А редиску посеяла. Вот сюда три ряда. Остаток. И свеколку пачку добила. Вот. Сейчас переложу. Вот. Лук уменьшился. На две грядки точно хватит. Не сильно крупный. Все. Осталось все полить. Упс. Все, огород весь полила. Все деревья полила. Все-все-все. У нас уже темнеет. Здесь парник закрыла, полила. Вот эти не знаю, как закрыть. Ладно, наверное, закрывать не буду огурчики. Так-то на улице тепло. Вода качается. Сейчас быстренько посуду перемою и будем ужинать. Ну все, я дома. Наконец-таки зашла. Время уже 10 часов. И я безумно хочу кушать, потому что мы ели только суп. Да, Ижанка? Как себя Ижанка вела? Хорошо, вела с папой. А я тут кайфанула в огороде. Так хорошо одной работать. Спокойствие, тишину, минус грязный, что ли. Прям такая тишина. Ой, целуешь так. А мам, поцелуешь? Мам, поцелуй щеку. Маму. А, ты зрителей целуешь? Нет, конечно, не меня. Так что пойду сейчас варить пельмени, будем ужинать. Всем спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если кто еще не подписался. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И мы с вами обязательно завтра увидимся. Пока-пока. Поцелуй. Поцелуй.